церковь? Какая церковь? Если вы на сайт зайдете, там будет написано православный форум Игнатия Ласкина. Там 1400 тем-то. А вот Мень, какой он был? Каков он был как человек? Знаете, как сказать человек? Ну, короче, лишнее, что ли? Не-не-не, вообще, зачем мне внешне? Ну, во-первых, это, если по-мирски сказать, интеллигент самого высшего класса. Это эрудит был, энциклопедист. И вот когда будете считать, вот это вот у меня здесь есть. А на сайте здесь аудио, мы беседуем там, ложечкой чая мешает, слышно где-то. Он был с юмором. Далее. У него, если так сказать, то врагов практически не было. Его тоже преследовали, хотя не сажали. Вся интеллигенция Москвы, это все его прихожане были. Ну, я знаю, да. Вот так. А, теперь спрашивают, за что и как его убили. Предположение у меня есть. Потому что его убили, мне сразу телеграмма его родные прислали, мне знакомые. Он еврей, и он был поставлен ректором первого института православного. Многим это православным сильно не хотелось. И такая было общество память Васильева, разделилось на Сычево. И особенно оттуда пылала ненависть. Я был в Москве, знаю обстановку. А вы тоже евреи? Кто, мы? Да какие же мы евреи? Я отец рязанский мужик. Мама моя горяна. Да я вот еще еврей новый. Мама моя из гор. Да лучше. Хочу так сказать.